我就任国防部长以后啊，首次出访，专门来俄罗斯，也就是要向外界展示中俄关系的高水平，表明加强两军战略协作的坚定决心。 Вооруженные силы Китая и России обязательно будут внимательно реализовать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество и обменной военной торговли между Китаем и Россией. И обязательно выводим их на новый уровень. Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. Убежден, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере и позволит откровенно обсудить актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.